Всем привет, дорогие друзья! С мясного Зарбаба, и мы продолжаем проходить игру The Wandering Village на уровне сложности ветеран. Итак, у нас с вами Онбу наш вроде как уже пошел. Да, он сейчас должен дойти до места сна. Но он его пройдет, потому что он уже выспался. И нам нужно дать ему команду, чтобы он пошел на север. Онбу мне не доверяет. Класс. А где вообще посмотреть уровень доверия этого самого Онбу, блин? Это вроде как его здоровье. Это его отравление, это его голод, это его сон. Вообще непонятно. Сейчас уже закончится, получается, у нас разведка. Мы с вами получим еще воды. Потом отправлю еще раз на оазис, еще на один. Еще воды. У нас построила сейчас, получается, кухня для Онбу. Сколько у нас бездействующих? Трое, да? Ну, пусть пока будут, потому что мы сейчас с вами изучаем уже, получается, кормушку для него, требушет, кормушка для Онбу. Попытаемся его покормить. Может быть, доверие его вырастет, потому что пока я не вижу, если честно, где у него уровень доверия к нам. Вот вообще никак не вижу. Это время, сердцебиение... А где доверие? Вообще не могу понять, где оно видно. В общем, какие у нас планы сейчас? У нас тут ферма, которая выращивает кукурузу. Но нам нужна ферма, которая будет выращивать кактусы. Для того, чтобы была у нас вода с вами. У нас не особо сильно много здесь нормальной территории. Поэтому мы сейчас с вами построим, получается, еще одну ферму. Где у нас тут еда? Что не хватает? Не хватает древесины, не хватает камней. Ну, давайте отправим тогда задание. Ну, вроде как на дерево пошли рубить. Давайте тогда дадим задание еще собирать камни. Вот с этой территории. Так, запускаем пока процесс на второй скорости. Не знаю уж, куда он пойдет. На какую область, на какую территорию. Воды вроде опять-таки у нас уже нет. Так, принесли 41 воду. Хорошо, давайте сразу тогда отправлять на следующий оазис. Блин, надеюсь, ты все-таки поймешь, что тебе лучше идти прямо на север. Вот он мне не доверяет, и это вообще непонятно. Что теперь делать с этим доверием? Ведь доверие, наверное, только получится тогда, когда сможем его прокормить. Наверное, как-то так. Давайте построим, получается, ферму. Ну, вот как-то здесь вот. Этот склад, кстати, бесполезен. Здесь, наверное, лучше поставить деревенского лекаря, чтобы травы как раз близко к нему прям напрямую носить. Но, опять-таки, что у нас тут? А, это свежий воздух. Так, принесли еще воды. Оазис из... А, в принципе, еще есть оазис. Вот реально, надо, чтобы он пошел на север. Там будет хотя бы нормальная температура. Но я не уверен, что он пойдет туда. Вот вообще никак не уверен в нем. Пока изучаем требушет. Так, вроде как все принесли. Да, стройка вроде как должна идти. Воды нет, поэтому, скорее всего, не заселяют нас с вами новые территории. Потому что... А, ну, может быть, еще людей не хватает. Но, опять-таки, мне людей сейчас мало. У меня людей сейчас реально мало. Так, у нас с вами 12 плит, 4 камня, 26 дерева. Сомневается, куда идти дальше. Так вот, я же тебе говорю, иди на север. Давай попробуем еще раз ему дать. Иди на север. Он бы не доверяет. Даже засранец ты он бы, блин. Ладно, сейчас попробуем его покормить. Может быть, что-то получится. По еде пока немножко есть еда. Она идет в плюс, это хорошо. Так, еда для Онбу только она одна всего лишь.
качество еды. Ну, опять-таки, сейчас вот... ягодки еще остались, кстати? Надо посмотреть. Ягодок, кстати, нет. Ягодок нет. Так, ну и куда ты пошел, скажи, пожалуйста, мне. Ну, он пока еще доходит. Доходит до перекрестка. Сейчас посмотрим. Облако ядовитых спор. А, ну как раз спор тут проходит, да? Отравленный лес. Не, ну вроде он молодец, он пошел прямо. Хорошо. Уже хоть что там. Так, камней нет вообще, ну вроде как уже добывают. День 21. Воды опять-таки нету у нас уже, да? Камней не хватает. То есть дерево все принесли, не хватает камней. Но камни добывают, так что сейчас все принесут. Две фермы, да, это будет, конечно, в идеале. Немножко есть воды. Сейчас самое опасное, мы, получается, будем проходить как раз вот через эту территорию с облаком ядовитых спор. А у нас пока нет домов, которые как раз нас защищают от этих спор. Мы пока от них отказались. Так, проблема с едой пошла, да? Так, еда есть, но всего лишь две. Что-то как-то маловато. Он очень сильно хочет есть. Так, сейчас закончится, получается, изучение требушетом. Так, ветеринарка нет, хижина нет. Давайте открыть деревоследование и ресурсы. Сборщик навоза. Давайте его изучать, потому что мне нужно открыть лесопилку, хотя бы лесопилку. А затем уже получается карьер. Знаний у меня, кстати, два есть. Вот как раз два, получается, сюда и пойдут. Рассадник. Здесь лесники собирают побеги с маточных деревьев, не нанося им вреда. Чем больше маточных деревьев растет вокруг здания, тем выше эффективность работников. Экстрактор желчи. Извлекает желчь из желчного пузыря омбу. Компостная куча. Компостирует навоз для создания компоста, удобрения или биогаза, топлива для очистителя. Ну, сначала хотя бы сборщик навоза соберем. Так, с этим разобрались, пошло исследование. Пока на паузу. Значит, где у нас открылся требушет? Вот он, требушет. До него требуется 15 досок. Дерево у нас есть. Давай тогда сюда отправляем. Сколько у нас получится рабочих? Три рабочих. Вот давай троих сюда отправлять. Значит, ставим требушет. Давайте поставим его сюда. Так, здесь у нас рабочий есть. Хорошо. Вопрос теперь в другом. Так, вернулся, принес воды. Отлично. Можно попробовать отправить их сюда, но мне кажется, будут у нас тогда получаться с вами больные. Наши эти разведчики. Сюда. Железная руда, железная руда. Дерево вроде как у нас есть. Вот, кстати, поселение. Давайте в поселение отправим разведчиков. Нам нужны еще люди. Еда заканчивается вообще капитально. Так, здесь получается все у нас, да? Свекольник у нас, свеклы вообще нету в наличии, да? Есть немножко кукурузы. Давай тогда на мамалыгу. Он бы хочет есть. Я понимаю, что у него желудок громко урчит.
Но мы как раз этим занимаемся. Так, сейчас как раз ферму построили. Кактусы. Проблема в том, что у нас нет рабочего, ни одного, на ту ферму. Давай тогда здесь одного снимем и поставим его сюда. А, тут нужно как двоих, что ли, получается? Да, проблема сейчас в том, что он низко. Нормально влажно. Так, у нас сейчас влажно, по идее, да? И кукуруза встраивала. Тогда надо будет сейчас выращивать свеклу. Но мы просто сейчас проходим как раз газовую пары. Тут никуда не денешься. Ну, благо, хотя бы впереди будет кормежка. Ядовитое облако полное опасных спор. Пока он бы здесь, уровень токсичности повышается, а в деревне вырастают ядовитые растения. Вот это вот плохо. Я так понимаю, это вот ядовитое растение, да? Да. Так, все, вроде как прошли мы. Вроде как прошли, вода начала копиться. Нам, по идее, нужно будет сейчас бы еще один поставить водосборник. Здесь некуда вообще его ставить, этот водосборник. Ну, давай поставим его сюда. Так, таскают вроде как для требушета. А вот, в принципе, и отравленное дерево. Ядовитое дерево, которое распространяет инфекцию. Можно срубить или сжечь. Так, свежий воздух. Он будет сидит. То есть он решил прилечь в безопасном месте. Хорошо. Так, пошли травы у нас, да? Отравленное дерево. Проблема. Проблема. У нас надо вот это вот все дело посрубать. Как мне дать задание им сжечь? Или они не могут этого делать? Ох, тут столько деревьев. Переселенцы, ты встречаешь группу переселенцев, ищущих новый дом. Позволишь им присоединиться к тебе? Это, получается, разведчики наши пришли, да? Ой, тут жесть какая. Высокий приоритет. Высокий приоритет. Да, тут проблема полнейшая. Очень много получается этих вот зараженных растений. Я просто не вижу за теми деревьями, все ли я пометил или не все пометил.
тоже полная жесть. Очень много появилось сразу. Мне так сейчас весь лес погибнет. Так, ну он скоро дойдет до кормушки своей. Так, где тут еще? Тут уже все помечено, да? Тут тоже. Так, еда вроде как у меня есть. Так, все, еда для него есть. Он вроде как остановился, будет сейчас есть. Так, давайте на паузу сейчас понажимаю, потому что это тут кошмар. Тут все заражено сейчас. И само по себе оно, получается, не проходит. Так, где ч... О, пипец, прям в деревне. Класс, вообще шикарно. Так, злаки это именно срубить вот эти вот злаки. Нет, он не срубает это. Я не хочу это, блин, тыкать каждый раз по этому, по одному, блин. Это вообще бред какой-то. Мне не хватает людей для того, чтобы все это дело рубить. Так, ну здесь у меня вроде как ничего нету на полях. Надо, кстати, еще разведчиков отправить на новую территорию. Я думал, что не так сильно будет загрязнение. Но в итоге нифига. Очень сильно этот еще и болеет, да? Сильно страдает от ягод. Молодец. Молодец, что ж поделаешь. Так, ну хорошо. Давай тогда отправлять за знаниями. Сколько у нас безработных? Возможно, жилья всем не хватает, опять-таки, да? Да. Так, фермер тут есть, хорошо. Здесь тоже есть фермеры. Давайте дома построим. Так, я что-то изучил, да? Выбрать новое исследование. Это лесопилка. Так, вмещает это, по-моему, сколько тут у нас? 2, 4, 6, 8.
Так, сколько у нас безработных сейчас? Голодает четверо, качество еды 16. Так, ну у нас получается сейчас копится только, получается, свекла, кукурузы нет, ягодки хоть какие-то есть, правильно? Давай пока делать из ягодок. То есть, по идее, как минимум должно быть три фермы. Одна ферма на кактусы, вторая ферма на кукурузу, третья на, допустим, свеклу ту же самую. То есть, пока все нормально идет свекла, пока идет засуха, идет кукуруза и кактусы. Вода пока не сильно копится. Так, знания получили, хорошо. Так, он уйдет, знания получили. Давай сюда. Что у нас там с требушетом-то? Его построили? До сих пор еще не построили, да? Что у нас там по карте? Ну, опять-таки, здесь что у нас? Недолгое похолодание. Не, надо идти прямо в жару хотя бы. Я надеюсь, я смогу его накормить. Кочевники поселились, но почему-то не идут работать, блин, ни в какую. Хотя у нас основная задача стоит, блин, это остановить заразу распространения. А зараз очень много. Так, впереди перекресток. Попробуем дать ему еще команду идти на север. Он бы мне не доверяет. Класс вообще. Надо успеть побольше собрать свеклы. Так, досок все хватает, плит хватает, так что давай пока тебя убирать. Мне надо, чтобы мне максимально пошли все работать по сбору, устранению вот этих вот растений. Иначе мы далеко с вами не уедем. Хотя, в принципе, мы и так особо сильно далеко уже не уезжаем. Стройка вообще никакая не идет. Может быть, тогда двух поставить на строителей? Пусть они идут пока строят. Хотя носильщиков, получается, нет, да? У меня все есть, но никто ничего не носит. Вернулся отряд разведчиков. Отлично, он пошел сюда. Молодец. Давай тогда отправить разведчиков туда, может быть, успеет. Ну вот, получается, у нас будет впереди новая территория. Какая-то розовая часть, непонятно. Либо там может быть мороз, холод, либо это отравляющие вещества, газы. Может, как-то так. Сейчас все узнаем, но отравы дофига. Здесь никто ничего не носит. Давай тогда пока, может быть, их в носильщики все-таки, да, чтобы они отнесли. Отравление онбу 13%.
Все больше и больше, получается, идут эти распространения. Может быть, это как раз влияет на... Так, он вроде как ест. Да, отлично. Может быть, это как раз и влияет на отравление онбу. И все-таки на нем все растет. Доски никто не приносит. Короче, все посыпалось. Ну, хотя бы травы растут. Вода вроде как есть. Здесь нет ни камней, ни древесины. Так, ну сейчас посмотрим, он сейчас срубает куст. 14%. По-моему, еще больше стало, да? Мертвое растение. Было бы в идеале, если бы они могли сжигать. Мертвое растение можно сжечь или собрать. У меня только идет сбор, у меня нет возможности сжигать. Может быть, все-таки это реально у нас... Сборщик навоз. Ну, давайте поставим здесь его. Кстати, запланируем. Но первым делом все-таки здесь надо будет. Да, это холода. Отлично просто. Просто шикарно. Да, мы как раз, получается, проходим вот эту вот часть. Это мороз. Сейчас все погибнет. Во, наконец-то понесли. Наконец-то понесли. Еще две доски надо. Брукс умирает от яда. Отлично. Нет доступных разведчиков. А, ну они уже почти закончили. Так, принесли хлеб. Отлично. Давайте, наверное, пойдемте за зна... Хотя... Камни тоже нужны, да? Камней нету. Давай, пусть камни будут. Так, показать взаимодействие. Он ждет рабочих. Ага. Запускает для онбу из требушет кормушки, уменьшает голод онбу на 20%, повышает доверие к тебе. Ну, по крайней мере, хотя бы это, но что-то не могу понять, сюда принесли вообще еду? По идее-то должны принести. Еда вроде как есть. Не хватает ресурсов. Потому что сейчас мороз и ничего не растет. Ну, прекрасно. Так, а я этих-то отправил разведчиков-то? Я не отправил разведчиков. А, они уже собрали камень. А что-то как-то маловато.
Вы принесли железную руду? А почему руда? Мне нужно этот... Мне нужны камни, а не руда. Так если мороз, ничего сейчас плодей не растет, тогда смысл здесь иметь этих фермеров, правильно? Все, идите обычно работайте. Так, повара здесь тоже не нужны, потому что нет грибов. Сейчас у нас мороз. А есть какой-то у нас опять... Да, можно уйти в жару, если мы сейчас заслужим его доверие. Нам нужна ж еда. Есть еда, отлично. Взаимодействие. Идет подготовка. Как это, интересно, процесс проходит? Здоровье его уменьшается. Так, он хочет спать. Он хочет спать. Идет подготовка. Он сейчас прям здесь и лежит спать, отлично. Так, здесь кактусы. Кактусы, получается, тоже не растут. На морозе еще пока свекла растет. Свекла пока растет, что у нас получится там по ягодкам? Ягодок вообще нету. На кухне хоть какая-то еда есть. Палатку построили. Токсичная почва средняя. Но он спать хочет, отлично. Он бы спит. А мы вообще его будем сегодня кормить или нет? Так, хорошо. 39%, но я не понимаю, он ест или не уменьшается никак голод-то. Ладно, сейчас он спит, сейчас бесполезно его кормить. Так, ветеринарка, кстати, да, надо будет тогда изучать. Хотя подожди, я, получается, сейчас учил лесопилку. Давай тогда, получается, карьер изучим. Ветеринарка уже потом. Не так сильно, получается, у нас и страдает. Здоровье 100%. Итак, лесопилка. У нас нифига нету ни плит. Давай хотя бы по одному рабочему добавим сюда. Так, разведчики пришли. Да, принесли 10 камней. 10 камней принесли. Давай тогда... Блин, до деревьев у меня никого нет, да, не дотянусь. Есть только оазис набрать воды, но в этом нет ни смысла. Давай тогда еще камней. Как же тогда мне научиться их сжигать, эти растения? Так, уже не мороз, да? Мороза нет. Здесь кактус не подходит. Холодно. Поэтому бесполезно.
18%. Так, колодец построили, отлично. Теперь воды будет больше. Да, нужна как раз еще одна палатка, и по жилью будет все хорошо. От яда вот это, конечно, плохо страдает. Голодает, голодает. Все, дома построили, отлично. Так, надо будет запланировать лесопилку нам с вами. Вот, давай прямо здесь. Здесь лесопилку. Очень много отравленных. Но трав вообще нету, да? Ну, в принципе, что-то растет. Тут вообще уже никто ничего не рубит. Уже пошли все камни рубить почему-то. Так, давай здесь срубите. Начнем туда потихонечку. Здесь вроде все уже почистили, здесь зараженных зон нет. Вот тут есть еще зараженный, да? Вода есть. Травы какие-то растут. Так, вроде как срубили, да? Зараженных зон здесь больше нет. Ну, по крайней мере, этой части я не вижу. Давай тогда здесь. Вот тут точно есть, я вижу. Окей. Так, у нас вообще, получается, нет деревьев. Нам срочно нужна лесопилка. Так, разведчики пришли. Умирают от яда. Вообще все плохо. Ну, давайте их отправим за знаниями. Пусть идут. Отравлен рабочий. Миссия продолжается. Сильно страдает от яда. Отлично. Все сильно страдают от яда. Лекарь у нас... А, лекарь у нас не максималка, да? Сколько у нас? 8 их. Ну, давай тогда, получается, сюда еще добавим 2. И сюда 2. Осталось 4. Мне нужны сейчас деревья. Так, вроде как отравлено здесь все посрубили. Осталось только, получается, вот в этой половине. 21%. Так, ну давай хотя бы здесь остановим распространение. Так. Он бы пока спит. Так, он бы встал. Что у нас по этим? От яда страдает. От яда страдают сейчас многие. Давай тогда дадим задание рубить деревья вот эти вот.
Потому что у нас камней-то есть. Дерева нет вообще. Так, ты у нас что, пошел? И попробуем дать ему задание идти на север опять-таки. Проблема в том, что он сейчас заходит опять в Ледовитую область. Ё-моё. Ох, как все плохо. Так, идти на север. Но он опять нам не доверяет. Ни в какую вообще. Ни в какую он нам не доверяет. Давай тогда давайте еще задание кормить его. Все, пошло опять отравление воздухом. Все классно. Мы только избавились от большей части отравляющих веществ. От ядов, да, на вот этой жилой зоне нашей. И теперь они снова появляются. Шикарно. Да. Так, а что, разведчики пришли уже, что ли? Так, разведчики уже пришли. Вот, давайте отправим в лес их. Так, вроде как прошли зону, да? Давай смотреть опять, где что отравлено, блин. Такие единичные случаи сейчас попытаемся устранить. Так, здесь надо тоже поставить первостепенную задачу. Вот скажи, пожалуйста, мне, Онбу, где твое доверие? Как мне понять, насколько он мне сильно доверяет? Он бы сомневается. Я его опять покормил, правильно? Идти на север. Блин, он опять мне не доверяет. Он опять мне не доверяет. Хорошо. Не хочешь на север, иди тогда на юг. Что у нас там с ягодками? Пипец, у нас тут... Вот это у нас тут заражение капитальное. Жесть. Так, страдает от яда 6. Качество еды... Плюс 3. А, ну как раз перекрываем, да? Как раз перекрываем. Угу. Грибы растут. Вода вроде пошла копиться. Так, ну куда он, кстати, пошел? Он свернул на север. Хотя бы сейчас выйдем из области холода. Да, пипец, конечно, здесь. Так, принесли древесины, хорошо. Надо копить сейчас, получается, с вами воду. Ну давай вот еще смотаемся за поселением. Отправить разведчиков туда. Да, но он спать не будет. Хотя, конечно, ему дал бы команду поспать. Ну, тут хотя бы слушается, ты смотри.
подчиняется команде. Но это надо, чтобы команду новую прокачивать, да? Онбу. Команда для сна, да. Ну пусть пока отдохнет. Может быть, посидит. Немножко станет получше, что ли. Так, что у нас, какая ситуация? Ну, вроде как уже, получается, впереди не будет пока отравляющих этих областей. Поэтому надо будет сейчас заняться устранением отравляющих этих растений и деревьев. Так, пилишь? Вроде как пилит. Сколько у нас бездействующих? 3. Так, ну давай тогда ветеринарку изучать. Потому что у него надо его вылечивать. У него 24 отравления. Голод еще более-менее нормально. Так, еда есть. Покормить его. О, как это происходит. Все отлично. Вот опять-таки самое сложное, я говорю, нет, я не вижу доверия. Сколько у него доверия к нам? Почему вот этого нет этой индикации? Обозначения. Это все очень плохо. Нужно понимать. Так, ну что у нас здесь? 4 досок не хватает, да? Здесь одной доски не хватает. Так. Ха, а у меня нет ничего. Ни навоза, ни ягод. Ну давай пока отложим, хотя не знаю, ягоды собиратели вроде как есть. Но уже 36%, да? К сожалению, ничего не могу с этим поделать. Извини, ни того у меня ничего нет. Так, пока идет холод. Здесь вроде все пособирать, сейчас на паузу поставлю. Здесь отравляющих никаких растений ничего нет. Надо давать команду здесь все это дело убирать. Потому что тут дофига всего. Постепенно все это дело будем устранять. Ветеринарку вроде как мы, получается, его начали изучать. Так что я надеюсь, мы сможем его потом подлечить. Но сначала надо избавиться от всего вот этой вот заразы, которая здесь есть. Ее просто здесь дофига. Просто дофига. Так, не хватает 2 досок. Соответственно, получается, я изучил это, да, карьер. Да, карьер тоже у меня есть. О, блин. Ну, тогда в идеале лучше сюда его поставить, этот карьер. Жара. Зной. Здесь бесполезно, поэтому пойдет кукуруза. А здесь пойдет у нас, получается, кактусы. Что у нас там по бездействующим? 2 человека, да? Так, он будет теперь в биоме пустыни. Но сейчас в жаре,
в сильный. Так, вы уже сходили, получается, что ли? Я вот этого момента всегда упускаю. Мне кажется, надо было как-то вот здесь, что ли, повесить обозначение, что разведчики вернулись. Здесь вот в левом нижнем углу вообще я туда мало обращаю внимания, потому что столько всего надо смотреть. Так, голода — это качество еды. Так, ягодки еще есть. Ягодок у нас нет. Ягодок здесь нету. Мы сейчас будем выращивать кукурузу, поэтому, по идее, можно сейчас поставить малыгу. Свеклы... А, ну, в принципе, свекла есть. Давай тогда поставим свекольник. Так, идет стройка, отлично. Вот это тоже хорошо. Угу. Так, вернулись разведчики. Отправить сюда, получается. За знаниями там прийти, получается, еще знания. Все, леспилка построена. Хорошо. Нет людей. Не хватает рабочей силы. А мне ее и нету. Брать неоткуда. Так, ну есть у нас пока все более-менее нормально. Давай тогда здесь двух лекарей уберем. Пусть один остается. Так, добыча пошла. Отлично. Так, теперь давай, наверное, что у нас здесь? Поставим приоритет, чтобы навоз был. Потому что камни вроде пока есть. А вот это некому рубить. Людей нет вообще. Ох, а уже пора серию заканчивать, да? У нас не хватает людей. Не, нам надо сейчас накопить растения. А, уже зной пошел, да? То есть, соответственно, они уже здесь не растут. Они разлагаются, но они не растут. Соответственно, здесь смысла нет тогда их держать. Одного оставим. На всякий случай. Так, леспилка максималка идет. Здесь еще пока не принесли. Так, ну, впереди, в принципе, есть люди еще. Сейчас мы с вами проверим заодно, доверяет ли нам Онбу или не доверяет. Лучше пока идти на север. Онбу до сих пор нам не доверяет. Какой же засранец этот Онбу? Когда он начнет уже нам доверять? Так, надо будет сейчас его тогда, получается, еще раз покормить. Еда вроде как есть. Пока. Все, пусть там идет подготовка. Угу. Здесь уже все строится. Теперь давай, получается, сюда приоритет. И нам нужны будут рабочие. Зной. Здесь тоже, получается, смысла нет, но пусть хотя бы один человек остается на ферме. Здесь зной не страшно. Ветеринария исследована, хорошо. Так, теперь давай, наверное, хижину. Здесь хижина, получается, дает шестерым людям. Это хорошо. Так, он был ветеринарком. А ее без разницы куда ставить, да?
Ну да, поставим ее здесь. Но не так, не такой сильно это важно сейчас пока приоритет. Так, что у нас здесь? Конечно, брать к себе. 28. У меня как раз получается 28 жилья. Это хорошо. Но вот то, что он нам до сих пор не доверяет, вот это мне не очень нравится. Не доверяет все равно, ты смотри. А, что там, везде будет жара. Вернее, холод будет. Это уже проблема. Так, ну разведчики вроде как вернулись, да? А, нет доступных разведчиков? Еще пока не вернулись. Ладно, давай тогда на сегодня закончим. Деревья вроде как добываются. 168 получится лесопилочка, да, у нас дает. Да, нужно будет сейчас карьер построить и туда поставить людей. Сколько у нас получается? Трое. Трое, но здесь до сих пор никто ничего не срубил, да? Так, кактусы пока растут. В принципе, по идее, нам без разницы, куда он пойдет. Но желательно, конечно, чтобы он свернул хотя бы туда-сюда. Тогда я смогу взять еще в себе людей. А тут, получается, как раз пересекается опять эта, блин, область гребаная с ядом. Эти споры. Ну, попробуем сейчас ему еще дать команду. Может, все-таки согласится. Как тогда заслужить его доверие, если ничего не понятно, как оно получается. Вроде кормушка должна удалять 20% голода и доверие повышать. Но доверие никак не повышается. Не доверяет. Все, пипец. Ни в какую нам он не доверяет. Так, рабочий есть, отлично. Будет там сейчас собирать. Не хватает досок. Все, пошли рубить отравленные растения. Это прямо очень хорошо. Но проблема в том, что у меня нет лекарств, чтобы их потом вылечить. Угу. Так, уже просто жара, да? Зной никакого нет. Ладно, продолжим тогда с вами уже в следующей серии. На сегодня все, так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте. Все ссылочки под видео. С вами был Азар Бабай, спасибо за просмотр. Увидимся в следующих прохождениях. Всем пока.